Здравствуйте! Не знаете, чем занять себя в эти выходные? Хочется, чтобы весенние дни были яркими и запоминающимися? Тогда наша афиша будет вам полезна. О ближайших театральных постановках и интересных мероприятиях расскажу вам я, Юлия Север. Чудесная, добрая, красивая, трогательная история о роли Его Величия Случая ожидает вас 7 марта в Театре имени Горького. Спектакль «Пока она умирала» вряд ли оставит кого-то равнодушным. Для спокойствия матери, чувствующей приближение смерти, ее дочь, старая дева, выдает по ошибке попавшего в дом мужчину за своего давнего поклонника, без 5 минут мужа, а продавщицу из овощного за давно потерянную дочь. На эту авантюру она решается, чтобы успокоить мать, убедить ее, что жизнь ее устроена, что она не останется одна. Однако судьба любит делать сюрпризы. 7 марта. Театр имени Горького. Спектакль «Пока она умирала». Актеры театра «Камерная сцена» приглашают вас на спектакль «Солнечный удар». На проходе встречаются молодой поручик и прекрасная незнакомка. С ними случается то, что бывает в жизни каждого мужчины и женщины, но только один единственный раз. Невозможно остановить мгновение. Человеку дано лишь выбирать между болью утраты и разочарованием. Герои Бунина выбирают первое. Начало спектакля 18:00 7 марта. Праздничный день актеры театра «Самарская площадь» сделают настоящий подарок для милых дам. На сцене «Тестостерон» – спектакль, в котором участвуют только мужчины. Посвящается всем желающим услышать субъективные мысли разгневанных мужчин. О чем? Конечно же, о женщинах. Невеста сбегает из-под венца, предварительно поцеловав какого-то непонятного типа. Что делать родственникам? Конечно же, притащить заказанный банкетный зал обидчика для объяснений. Что же будет дальше? Узнаете 8 марта. На сегодня это все. Надеюсь, наша афиша поможет разнообразить вашу культурно-развлекательную программу. Всех милых дам поздравляю с наступающим праздником весны и красоты. 8 марта. До свидания.